Всем привет, с вами Дэн. И да, я вернулся, вот только не знаю, надолго это или нет. Ладно, давайте не будем тянуть резину и перейдем уже к теме ролика. А именно 8 видов игроков Chicken Gun. Ну и когда досмотрите видео, можете написать в комментариях, какой вид вас бесит, а какой нет. Надеюсь, вам понравится и вы оцените это лайком. Я думаю, на этом видео можно собрать, ну, где-то 300 лайков. Да, знаю, много, но мы собирали больше. Ну что, погнали к первому виду игроков. Первый вид, нуб. Ой, сейчас скачал новую игру, как она там, какой-то чип. Пенчу, какой-то ран. Короче, неважно. Сейчас я точно всех растащу. Так, ну я же играл в помойку. Ой, в Standoff 2, так что я разбираюсь в таких играх. И точно здесь. Так, почему оно не умирает? Все, читеры. Капец, просто. Вот, ну, что это такое? Капец, как так разработчик может делать игру и даже античит не добавить? Тут практически все игроки. Да, почему практически? Здесь все игроки неубиваемые. Не могу понять, что происходит. Да, у меня уже и пропало желание играть в эту игру. А, что? Где я? Ну ладно. А, стоп. Это, походу, было лобби. Ну, я вижу уже какого-то игрока. Ты чё на меня быкуешь? Иди отсюда. На, получай. Понял, как надо играть, нубиара. Мне интересно, тут хоть кто-то умеет играть? Я их разматываю как ботов. Почему у всех какие-то другие оружия? У меня вот это вот только, и все. Я эту коробку встречаю уже третий раз. Опа, аптечка. Кто меня убил? Стоп, а как он так быстро бегает? Так и знал, что в этой игре очень много читеров. Второй вид, про. О, да, сейчас я покажу этим нубам, кто здесь батя. Сейчас зайду на рандомный сервак и посмотрю, есть ли там достойные игроки. Ну, как я вижу, нету. Ладно, думаю, на сегодня хватит, это было уж слишком легко. Третий вид, РПшник. Блин, так хочу какой-то интересный РП найти. Думаю, война будет в самый раз. О, сразу какой-то сервер появился. О, наконец-то какие-то люди. Сейчас прошу, у них тут РП или нет? Ну, чё вы молчите? Отвечайте давайте. Нет, тут война. А, это РП такое? Нет, дурак, это война, где надо стреляться. А, это война, где стреляться надо. Ну тогда ладно, давайте стреляться. Четвертый вид, мирный. Я не понимаю, почему всегда, когда я захожу на какой-то сервер, меня убивают? Почему нельзя просто мирно играть и все? Может, хоть они согласятся? Да блин, чего вы меня убиваете? Я вам ничего плохого не сделал. Ну давайте мир, не будем убивать друг друга, да... Ну я же их нормально попросил, давайте мир, и просто не будем друг друга убивать, и все. Ну все, мир, мир, да... Ну за что? Да не, я с вами играть больше не хочу. Ну все, оставьте меня уже в покое, что вам надо от меня? Пятый вид, дуэльщик. Я на этом сервере уже полчаса, и никто так и не зашел. О, наконец-то, что... Профессионал. Слышь ты, нуб. Это еще кто из нас нуб? Че прячешься, испугался что ли? А, вот ты где, иди сюда. А ну повтори, что ты там про меня говорил. Давай дуэль, я тебя как бота растащу. Это мы еще посмотрим. Да, как всегда, какой-то нуб позвал на дуэль, чтобы сделать себя крутым. О, наконец-то он зашел. И сразу сходу его убил. Капец, это было слишком легко. Он даже не пытался, мне кажется. То ли он нуб, или он просто прикалывается, или что, я не могу понять. Его так легко убивать? Ну вот и все, я победил со счетом 240-0. Пятый вид. Но стоп, перед этим я хочу кое-кому обратиться. А именно к людям, которые не подписаны на мой канал. А их на минуточку 75%. И всего 24% на меня подписаны. И это означает то, что люди меня смотрят, могут даже и лайки ставить, и писать комментарии, но не подписываться на канал.
Кто так делает? Я не понимаю. Я, если очень много смотрю кого-то, я на него и подписываюсь, и на каждое видео лайки ставлю, может быть, даже комментарии пишу. Неужели тебе, именно тебе, сложно нажать на эту кнопку «подписаться»? Чем больше у меня подписчиков, лайков, чем больше мои видео комментируют, тем больше у меня мотивации снимать для вас новые ролики. Так что сделайте мне приятно и просто на меня подпишитесь. Это не так уж и сложно. А теперь погнали дальше. Шестой вид, багаюзер. Эх, хорошо, что в Чикенгане есть баги. Сейчас быстренько под карту спущусь и начну всех убивать. Так, ставим портал и погнали. Так, вот только теперь надо как-то ухватиться за платформу. Что-то у меня не очень получается. Отлично, я не успел. Ну ладно, попытка номер два. Ну, давай, я сейчас упаду. Да-да-да, получилось. Хе-хе-хе, теперь я буду всех убивать. Седьмой вид, ютубер. Всем привет, с вами я, Дэн19К, и сегодня мы будем снимать новое видео по игре Чикенган. И со мной сегодня... Эй, ты что тут делаешь? Я видео снимаю новое на канал. Давай проваливай отсюда, ты мне мешаешь спать. Почему ты меня выгоняешь? Это же общее место, ты же его не покупал. Я сказал, камеру вырубай. Не буду я ничего выключать, отойди, ты мне мешаешь. Ну все, ты напросился. Сразу надо было слушать. Ты еще тут влез сюда. Вот и подошло это видео к концу. Да, знаю, не такое уж оно было и длинное, как я хотел. Ну, я вообще хотел 10 видов, но в связи с тем, что вышла бета-тест игры, и я смог снять только 7 видов. Да, сейчас проводится бета-тест игры, и там находится... 3 человека. Ну, не считая разработчика. Я, плеер и Жура. Так что ждите в ближайшее время новую обнову в Чикенгане. И даже не просите, чтобы я вам сказал, что туда добавили, потому что это пока что запрещенная информация, и это никому нельзя говорить. Могу сказать лишь одно. Вам очень понравится, и это версия 2.0.0. Вот и все, что я хотел сказать. Ну, а с вами был я, Дэн19К, Жура24К. Всем пока.